Вашему вниманию предлагаются межкомнатные двери. Две двери по 80 сантиметров шириной и две двери со стеклом 60 сантиметров шириной. Они стандартной высоты 2 метра. Вот стояли в комнатах у нас. И потом мы их заменили на двери другого цвета, другой модели. Уже во всех этих дверях установлены ручки, петли. Вот, и все. Можете посмотреть вот такой оттенок. Они чистенькие. Вот такой вот рисуночек. Вот видите, уже петли все есть. Ручки. Вот. Бывшее употребление, но пользовались аккуратненько. Вполне можно куда-нибудь там, я не знаю, на дачу приспособить, там, где есть, нет, точнее, каких-то супер-пупер требований к новизне дверей. Вот, нужно недорогие именно двери купить. Готов отдать эти двери буквально за 500 рублей штука самовывозом со Смольной улицы, дом 51. Это около метро Речного вокзала. В районе Ленинградского шоссе, перекресток Смольной и Беломорской улиц. Вот. Звоните. Вот, договоримся. Стекло такое хорошее. Вот сейчас купили даже новые дорогие двери, а там такое матовое стекло, оно пачкается. Здесь вот такое стекло, которое очень легко протирать, потому что нет шершавости снаружи. Оно такое гладенькое. Вот это крупные такие неровности. Вот преимущество этих дверей. Давайте еще в заключение посмотрим на вот их торец. Вот, спасибо большое за внимание.